Итак, всем привет, друзья мои, с вами снова в эфире Виталий Татарин. Амелина, София. Прекрасные девочки, спортсменки, великолепные красавицы, не комсомолки, потому что еще рано, но не слава богу. Так, что, друзья мои, я хочу вам сказать. У нас как никогда популярна и актуальна сегодня тема поднятия иммунитета. Поэтому мы не будем затягивать, а начнем сразу с чего? С нашего суперволшебного сока фреша коктейля, который у нас что? Магически подсказывает Эвелина. У нас магический, почему? Потому что я еще умею так пассами заряжать все на свете. Но об этом попозже. Итак, это родителям на заметку и детям на радость. Сок фреш, который усилит иммунитет и даст энергии детям с утра перед походом в школу, на рыбалку, на охоту, кто ходит в гости по утрам. Так, что высокий, кстати, любит высокий какой-то? Положительный. И это радует нас. Так, какие вы фрукты и овощи предпочитаете? Мы угадали сегодня с ассортиментом? Да. Что, морковка, яблоко. Морковка, яблоко, да. Ну хорошо. Яблоко и банан. А я, кстати, я еще предлагаю добавить ко всему этому пророщенную пшеницу, друзья мои. Ростки пшеницы, они дают максимум энергии и горку корицы, да. А запах великолепный. А, кстати, пророщенная пшеница, друзья мои, вы сможете посмотреть в интернете всю информацию о ней. И она, вот если ее добавлять в соки, она дает всю необходимую, усиливают всю мощь и энергетику в тысячи, в миллионы раз. Мы сейчас проверим все это на себе. Проверим? Да. Итак, друзья мои, приступаем к приготовлению волшебного фреша с участием пророщенной пшеницы, магического. Правильно подсказывает Эвелина. Магического пророщенного. Пророщенного магического фреша с участием всех ингредиентов. Так, ну что, подай-ка нам, давай включим мясо. Нашу машину. Мясо, подай нам мясо апельсина. Мясо апельсина. Я включаю, да? Я включаю. Так, ну что, помогайте, девчата. Поехали. Опа. Бежим за ним. Ну что, по очереди. Как вы считаете, сразу добавляем крем или потом? Давайте чуть-чуть не сразу, а потом... Ну давай, сначала бросай что-нибудь. Ингредиент. Есть, красота. Давай смешиваем, миксуем. Бананчик. Побольше, не стесняйтесь, больше просто. Так, ну что, я добавлю немножко пророщенной пшенички, да? Для силы. Силищего. О, летающая пшеница, такого я еще не видел. Красота. Еще немного. Ну что, как говорят в Германии, я включаю. Что я вам хочу сказать, то, что мы сегодня делаем, друзья мои, вы все это можете проделать при помощи блендера. Сегодня у нас под руками соковыжималка, поэтому мы делаем прекрасный фреш при помощи соковыжималки. Ну что, я включаю, да? Поехали. Полюбуемся теперь, что у нас получилось. А что у нас получилось? Так, уберем адскую машину в сторонку. Вот так вот. Оп! А получилось у нас самый лучший, самый волшебный, прекрасный, великолепный фреш, магический, потому что он заряжен волшебными пассами всех нас троих. Причем, он по цвету похож, да? У меня по вашим больше всего похож. Да. Сфер. Класс, красота. Всем родителям на заметку, вот это, друзья мои, и завтрак, и напиток для детей перед школой, который зарядит их энергией на весь день, на все текущие сутки. Ура, с Новым годом. Пробуем.
вкусненько. У меня бананы больше. Да? Ням-ням-ням. Банан морковь. У меня получился морковное яблочко. Класс, дай попробовать чуть-чуть. Это как раньше, выйдешь в отбор, но я знаю, как в вашем детстве. Но у нас было раньше, выйдешь с бутербродом, намазанным там маслом, каким-нибудь сливочным и этим, и вареньем таким. И кусаешь смачно этот бутерброд, и кто-то из ребят напрягает. Дай попробовать. Нет такого сейчас? Есть такая тема. А с чем в школу обычно приходят? Там сейчас вообще носят чипсы и такое. Но половина класса носит дома делают бутерброды такое. Приносят в школу там чаек, бутербродики и такое. Ну как вы подкрепились, нормально себя чувствуете? Да, великолепно. Моща, да? Да, очень. Чувствуется, да? Чувствуется. Да. Ну скажите, ну что там по школе? Каникулы уже вообще подготовились? Да. Хочется уже побыстрее каникулов, праздничков этих всех. Новый год у нас, ну, я люблю вообще эти праздники все, как-то... Ну, кто же их не любит? Это да. Ну, а приколы какие-то есть? Вот, в школе есть, да. Новые? Такие, каких у нас не было. Допустим, двойные дневники и вот эти все. Нет, двойные дневники есть. Да, есть, да. Вот. Я уверена, что у вас этого нет. Например? Дистанционного обучения. А, тоже дистанционки. Вот. Прикольное приложение, когда ты заходишь, тебя сканирует, и ты делаешь типа аватар, который может моргать, ну, может там рукой помахать, там головой подвигать, ну, поулыбаться. Как это на уроке можно использовать? Вот, это ты можешь зайти на урок, включить трансляцию экрана, зайти на ту аватарку, то, что ты сделала, и после этого ты просто, ну, оно выглядит как, или головой там моргаешь. Так а суть, смысл? Суть того, что учителя не понимают, что у тебя нет головы. А, то есть ты ставишь... Ты вообще есть, ну, ты не присутствуешь на уроке, но кажется так, как будто ты, ну, вот сидишь и моргаешь на уроке. А, то есть я понял, то есть аватарка вместо тебя? Да. Вот ты... А если спалят? Спалят. Ну, там такого ничего нам не было. Посмеялись, и все. И начали дальше урок. Концерты онлайн. Как я отношусь к концертам онлайн? Ну, это да, это вот тоже новая такая тема. Ну, вернее, она не новая, но она сейчас внедрена широко. Вообще, ну, как отношусь? Это тоже один из способов реализоваться. В всяком случае, тебя кто-то увидит, кто-то услышит. Какой-то комментарий тебе напишут. Да. Например, перестань петь. Да, например, перестать петь. Нам надоело. Да. Перед каким вы больше нервничаете? Перед живым выступлением или перед онлайн? Ну, конечно, перед живыми. Там же нет никаких дублей, правильно? Онлайн ты пошел себе выключил, надоело мне его спеть, правильно? И ушел включать. Или лучше живой сок. Или лучше живой сок. Пейте соки, здоровые, живые волшебные, соки. Волшебные, магические соки. Да, вместе с нами, с нашей веселой компанией. Вот. И будете такими же красивыми, великолепными, прекрасными, бодрыми, как мы. Зелененькими. Да. Ну, а мы сейчас для вас что-нибудь споем. Споем? Да. Поем. С новым родом, с новым родом, свято свят куда-то час. Хай луна есть, с новым родом, счастья в профиль и в анфас. Хай счастье, как кожи хати, и чтоб на любовь. Усе буде лайк, усе буде клас. З Новим роком! 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 Час, хай луна є з новим роком, щастя в профілі в анфас, хай щастить у кожній хаті, і щоб на любов багаті, усе буде лайк, усе буде клас. Свято завітає, завітає знову. Свято завітає, завітає знову. Свято завітає, завітає знову. Свято завітає, завітає знову.